Сказка о мусоре. Хотите, я расскажу вам сказку? Да, хотим! Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла ее мне на хвосте. Однажды зайчик и медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с собой еду и отправились в путь. Погода была чудесной, светило ласковое солнышко. Зверята нашли красивую полянку и остановились на ней. Зайчик и медвежонок играли, веселились, кувыркались по мягкой зеленой травке. Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись, намусорили и не убрали за собой. Довольные убежали домой. Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. Нашли свою полянку. Она уже была не такой красивой, как раньше. Но настроение у друзей было приподнятое, и они затеяли соревнования. Случилась беда. Они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок попал лапкой в консервную банку и долго не мог ее освободить. Малыши поняли, что они натворили, все за собой убрали и больше никогда не мусорили. На этом моей истории конец. А в чем же суть сказки? Природа не в состоянии справиться с мусором сама. Каждый из нас должен заботиться о ней. И тогда мы будем гулять в чистом лесу. Жить счастливо и красиво в своем городе или деревне. И не попадем в такую историю, как зверята. Хмурится небо, или солнышко светит. Лес, он прекрасен и радостно светит. Шепоте листьев, дыхание ветра. Столько отрады и радости светлой. Нежные звуки и чистые краски. Лес — это самая дивная сказка.